Всем привет! Вы на канале Велострана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня познакомлюсь с моделью подросткового велосипеда от компании Формат. Называется модель 64-14-2021 года. Данная модель велосипеда подойдет детям в возрасте от 8 до 10 лет. Но, правда, по возрасту все-таки это очень усредненный подбор, потому что дети в одном и том же возрасте могут сильно отличаться по росту. Если же подбирать велосипед по ростовому диапазону, то данная модель идеально подходит при росте пользователя от 1,40 до 1,55. Если же более подробно говорить о характеристиках велосипеда, то здесь алюминиевая облегченная рама из сплава 661 серии, здесь также присутствует внутренняя проводка тросов, за счет которой велосипед выглядит более аккуратно, качественная глянцевая покраска с интересными рисуночками и вставками. Также здесь заднее колесо крепится у нас по современному эксцентрикам, то есть оно быстросъемное. Задний тормоз здесь идет на верхнем пере. Рулевой стакан здесь у нас обычный прямой под обычную рулевую подзапрессовку, соответственно. Обычная, стандартная, также резьбовая каретка здесь у нас присутствует. Вилка у этого велосипеда у нас идет алюминиевая, жесткая. И, в общем-то, это даже для такого велосипеда хорошо, потому что за счет этого велосипед намного легче получается, чем конкурентные модели с амортизационными вилками. Можно, конечно, эту модель также за счет этого позиционировать как такой более городской вариант, но, тем не менее, здесь достаточно широкие покрышки на колесах этого велосипеда, которые в том числе подходят и под эксплуатацию на пересеченной местности. Ну и если продолжать историю про колеса, то здесь у нас алюминиевая обода с двойным профилем, фирменное решение от компании Формат с внутренней шириной на 19 мм, стальные 2-мм спицы, покрашенные в черный цвет, чтобы велосипед выглядел более аккуратно и эстетически, втулки и спереди, и сзади, фирменные тоже от бренда Формат на насыпном подшипнике, и спереди, и сзади эксцентрики, колеса всегда можно быстро и легко снять с велосипеда и куда-нибудь его перевести, к примеру, в вашем автомобиле. Если говорить о переключении передач, то здесь установлена трансмиссия у нас от компании Shimano. Один только задний переключатель на 7 передач. Сзади установлена шимановская трещотка. Задняя перекидка тоже шимановской серии Tourney. Система шнуров алюминиевая под одну ведущую звезду. И, в общем, даже хорошо, что здесь нет переднего переключателя, потому что ребенку будет гораздо проще разобраться и научиться правильно пользоваться основным одним задним. Также система интересна тем, что здесь с двух сторон от ведущей звезды есть поддерживающие такие пластиковые диски, которые не будут давать цепи свалиться с ведущей звезды при сильной тряске, а также одежда вашего ребенка не попадет в механизмы. Монетка на руле здесь у нас идет чисто под управление обеими клавишами, большим пальцем, разумеется, под 7 передач, и выпускается она компанией Sunrace. Теперь давайте посмотрим на тормоза этого велосипеда. Здесь за них отвечают дисковая механика от бренда Tector. Это достаточно известный мировой производитель велосипедных тормозов, который специализируется на решениях любительского уровня. Также в комплекте здесь тормозные диски на 160 мм спереди и 160 мм сзади. Несколько слов надо также сказать о рулевом управлении седле данного велосипеда. Рулевое управление собрано на алюминиевых компонентах, достаточно короткий вынос с небольшим подъемом. В комплекте вместе с рулем, который тоже идет компактной детской формы, и тоже у руля присутствует подъем, чтобы посадка у ребенка не была чрезмерно какой-то спортивной и заваленной к рулю, а чтобы она была комфортной и любому ребенку было удобно эксплуатировать данный велосипед. Седло здесь тоже идет специальное детское, оно укороченное, не слишком широкое, с мягкой подкладкой. Крепится оно на алюминиевый подседельный штырь, фирменный от компании Формат. Ну и последний штрих в комплектации любого велосипеда – это, конечно же, педали. В случае данной модели педали установлены пластиковые, с широкой платформой, на насыпном подшипнике, без каких-то агрессивных шипов, которые могли бы как травмировать, например, вашего ребенка случайно, или же испортить подошву вашей повседневной обуви. Здесь, в общем-то, грамотное нормальное решение, с которым вы сможете долго комфортно кататься. Ну и осталось сказать о нескольких аксессуарах, которые присутствуют на этом велосипеде. Это, конечно же, подножка, на которой этот велосипед прекрасно держится, а также на руле присутствует компактный звоночек. Ну а если вы хотите еще более подробно познакомиться с данной моделью велосипеда, то мне остается лишь пригласить вас в любой из магазинов сети «Велострана», где вы также всегда получите грамотную консультацию наших специалистов и сможете посравнить этот велосипед вживую с любыми конкурентными моделями.